вот по улице Бастиона я иду вниз к местности под названием Пятачок. Он будет там. Вот слева яма, а за ним Пятачок. Но некоторые назвали определенное место в Пятачке тоже ямой. Справа Арсенальский двор. Дом построен для рабочих завода Арсенал. И вот дом, где я раньше жил. Бастиона 11А. Он построен, опять же, арсенальцами, комбинатом Полиграф Книга, доком, деревообрабатывающим комбинатом и ткацкой фабрикой. Впереди видна школа 133. Справа маячат остатки кинотеатра «Слава», ныне дворец ветеранов. Это полностью разрушенное почти до основания здания, от него остались только колонны, остальное надстроено и перестроено. Арсенальский двор номер 13. Мы подходим к яме. Это был хлебный магазин, рядом молочные и культовары. Ничего этого больше нет. Мы выходим на улицу Евгений Бош, ныне Екатерины Белокур. Справа перекресток Бош и Бастионы. Вот впереди квартал Пятачок. Слева 88-я школа. Давайте посмотрим на Пятачок. Его, это, в принципе, вот здание почты, книжного, жилой дом. И далее тоже жилые дома идут. В другую сторону смотрим и идем к почте. Любопытный дом. Повернем и углубимся во дворе Пятачка. Тишина кварталов, уютные домики, построенные, опять же, по рассказам, пленными немцами. Вижу, надстроили этаж, вроде бы, раньше его не было. Маячит 88-я школа, бомбоубежище, колонны у входа. Белокур 6. Идем дальше. Там мы идем в сторону местной поликлиники. Внутренние дворы Пятачка. Обойдем поликлинику в другой стороне Пятачка. Там старые дома есть. Справа детский сад. Дома. Вот желтый старый дом. Справа тоже старые дома. Это мы уже вышли к улице Киквинца. Там улица Киквинца. Впереди знаменитый полукруглый дом, стоящий на углу Бастиона и Киквинца. Было здорово кататься на велике. Я любил кататься по Пятачку на велике, потому что улицы ровные, прямые.
не было еще лежачих полицейских, не было еще самих полицейских. Сегодня 23 апреля, цветут вишни. Свернем сюда, потом подойдем к полукруглому дому. Посмотреть на этот дом со стороны Киквидзе. Круглый дом с тыла. Пятачка внизовье, справа уже строится какая-то хренотень, а вот тут и был, собственно, базарчик. Бывший хлебный, бывшая галантерея. Больше мы никогда не увидим это место прежним. Идем к каменной лестничке. Поднимаемся по лестничке. Поднимаемся наверх. Скверик. Сворачиваем направо. Обойдем пятачок с этой стороны. Я думал поснимать базарчик, но он не уцелел. Там, где приватбанк, была галантерея. Мы вышли на бастион и сворачиваем направо. Пяточку. Поднимаемся обратно к бастиону.